Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. Один из американских лидеров выложил сообщение в чате. Представляю вам перевод этого сообщения на русский. Всем привет! Я хотел высказаться по поводу последних нескольких дней, когда мы получили программное обеспечение. Я знаю, что многие увидели на своих демо-счетах просадку намного больше, чем ожидалось, и не получили прямого объяснения от компании, почему это происходит. Я только что созванивался с руководством компании, и мне предоставили некоторую информацию. Компания, создавшая это программное обеспечение, работала с ним в течение длительного периода времени на счетах с большими суммами, от 10 тысяч долларов и выше, для частных учреждений, хедж-фондов, банков и других организаций. В течение последних 6 месяцев компания проводила тестирование и проверяла его правильную работу с меньшими размерами счетов. Тем не менее, они никогда не предоставляли советника тысячам людей, не имеющим опыта работы на Форексе. Из-за этого в действие вступило много различных нюансов, которые они не учитывали ранее. Компания поняла, что начальные настройки, которые они выставили, были слишком агрессивными для неопытного трейдера. Они внесли изменения в рекомендуемые настройки, и начиная с ближайшего воскресенья все должны установить обновленную версию советника. Кроме того, мы будем использовать только брокеров ABOOK при запуске на реальных счетах, что существенно повлияет на производительность программного обеспечения. Список брокеров ABOOK будет предоставлен вам на выбор в ближайшие дни. С обновленной версией программного обеспечения вы также можете установить собственный желаемый процент прибыли за неделю. Если вы достигнете своей цели по доходности за неделю, например, 3% во вторник днем, вы можете остановить советника и завершить торговлю на этой неделе. Мы рекомендуем всем создать новый демо-счет, чтобы начать работу с советником на следующей неделе, когда рынок откроется. Советника следует запустить в понедельник в 2 часа ночи по Москве. Американское время 16 часов западное побережье и 19 часов восточное побережье. На следующей неделе мы предоставим более детальные инструкции по работе с советником. Многие на этой неделе не сделали правильные настройки, а также люди не знали о новостях в Телеграме, что вызвало дополнительную путаницу. У многих были слишком агрессивные настройки, что привело к большой просадке. А когда пришло время закрыть сделки перед новостями, они не смогли этого сделать как раз из-за просадки. Именно поэтому правильно всегда начинать работу с демо-счетов, чтобы во время тестирования не рисковать реальными деньгами. Вот рекомендуемые настройки, которые я планирую использовать на предстоящей неделе. Настройки. Недельная цель прибыли 5%. Размер лота 0.01 на 1000 долларов. Equity Protector 25%. Также убедитесь, что вы установили таймфрейм D1 или 1 день. Экспертный советник не является машиной для зарабатывания денег, и он не на 100% автоматизирован. Он является удивительным инструментом, и при правильном использовании он может помочь многим из нас зарабатывать на Форексе, практически не имея опыта. К воскресенью я публикую больше новостей, также следите за обновлениями на канале Telegram. Вот такое сообщение было опубликовано в английском чате. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.